Привет, друзья! Снова с вами я, Виталий, канал Vital Way. Проходя мимо Горного института, я увидел, вот здесь вот стоят вот такие вот столбики с именами очень заслуженных людей, ученых, академиков, профессоров. Я решил снять об этом видео. Напомню, это Днепропетровск, Горное. Сейчас я пойду и посмотрю, и вам расскажу, что же за люди изображены здесь. Итак, Павлов Михаил Александрович, академик, герой социалистического труда, дважды лауреат государственной премии, работал в институте с 1900 по 1903 год. Здесь же Рубин Павел Германович, профессор, заслуженный деятель науки и техники, работал в институте с 1906 по 1931 год. Протодьяконов Михаил Михайлович, профессор, основоположник учения о горном давлении. Во как. Работал в институте с 1904 по 1914. Далее Федоров Михаил Михайлович, академик, заслуженный деятель науки и техники, основоположник отечественной горной механики. Работал в институте с 1906 по 1919 год. Вот такие вот заслуженные люди работали в институте. Всего здесь, я смотрю, здесь такие три столбика. Еще вот какие-то люди. Итак. О! Надо же! Даже не ожидал. Маяковский Владимир Владимирович, великий советский поэт, выступал в институте 5 марта 1928 года. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза! Да во как! Так, здесь же Никитин Василий Петрович, очень плохо видно, академик, создатель электрических машин и плавильных и плаватов для буровых установок. Работал в институте с 1920 по 1929 год. Очень плохо видно. Затерлось. Так, здесь Маковский Владимир Матвеевич, профессор, создатель советской школы газотурбостроения, организатор РАБФАКа, в Горном институте работал с 1904 по 1930 год. Дальше. О, надо же, Писаржевский Лев Владимирович, академик, основатель Украинского института физической химии, работал в институте с 1913 по 1934 год. Друзья, у меня есть прекрасный ролик о Писаржевского. И есть два ролика даже. Парк Писаржевского, они же Сосенки в народе. И именно памятник Писаржевскому, который расположен там же, в Сосенках. Так, что у нас здесь? Диник Александр Николаевич, академик, заслуженный деятель техники УССР, работал в институте с 1913 по 1930. Далее вот Лебедев Николай Иосифович, профессор классических трудов по палеонтология Донбасса, работал в институте с 1901 по 1931 год. С этой стороны Терпигорев Александр Митрофанович, академик, основоположник советской горной науки, работал в институте с 1900 по 1922 год. Дальше Шевяков Лев Дмитриевич, академик, лауреат государственной премии СССР, основоположник советской горной науки, работал в институте с 1912 по 1928 год. Давай пройдем сюда и покажем с той стороны, чтобы показать таблички. Подойди сюда. Вот тут вот крупным планом так наведи, чтобы люди видели, кого я называл.
И внизу вот Рубин Павел Германович есть. Так, давай покажем. И эти показывал ты, вот этих вот людей. Вот этот профессор, вот академик, крупным планом покажи их. Мы сейчас все таблички покажем крупным планом. Вот. Пошли к этому подойдем. Сюда иди. Тут вот под елочкой не видно. Вот, вот Маяковского покажи. Вот Маяковский 5 марта 28 года был здесь. И внизу Никитин Василий Петрович. Ну и этих пошли покажешь. Вот такие у нас есть памятные, ну я не знаю, как это назвать, памятные знаки, памятные плиты. Вот, скорее всего, это гранит, да, гранит. У горного института, или он сейчас, наверное, университет горный. Вот, так что, если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте класс, делитесь им со своими друзьями. Также переходите на мой сайт yuadnepr.com. В левом меню есть ссылочка. Памятники Днепра. Там я создал самый полный видеокаталог. Именно видеокаталог всех памятников Днепропетровска. Там памятники, мемориальные комплексы, памятные доски, камни, плиты. Другого такого точно нет. Переходите. Пока.